чем дело? Расскажите нам, что там случилось. Хватит смотреть, расскажите. Что там? Ну, чего же вы ждете? Давайте посмотрим. В чем дело? Ну что? Что ты видел? Господин Джан, вот и все за один день? Этого недостаточно. Я хочу посмотреть еще. Один день на картине – это день в мире. То, что вы видели, это самое лучшее. Можете ли вы попросить мастера Чен Фэна попрактиковаться в магии, чтобы узнать, мертв ли Кун Сюй Ли? Кем ты, черт, себя возомнил? Почему Чен Фэн должен делать это для вас? Господин Джан, будешь ли ты есть человеческую плоть, если будешь чертовски голоден? Это ерунда. Когда я умирал с голоду в снегу, я съел всю деревню. Теперь мы. Есть. Хочу есть. Где Хусюань? Почему я ее не видела? Почему ты заботишься о ней в этот момент? Она попала сюда с нами. Вдруг с ней что случится? Она была в порядке, когда я видел ее вчера. Ты ходил к ней? Я случайно встретила ее вчера. Сейчас, если я смогу достать куриную ножку, я готова сделать все, что угодно. Знаешь что? Я пойду и поищу что-нибудь поесть. Крысы, насекомые и так далее. Я пойду с тобой. Поспи немного. У тебя будет что поесть, когда проснешься. В чем дело? Я чувствовал себя неловко, не говоря уже о них. Я не ожидал, что голод будет таким ужасным. Вставай! Женщины в этой комнате зависят от нас. Как ты мог упасть духом? Сюань находится в комнате одна. Она в опасности? Давай пойдем и проверим. Она одна. Она будет легкой мишенью. Давай выйдем и найдем ее. Разделимся. Я пойду туда. Госпожа. Мы сбили большого гуся в небе. Его уже зажарили. Пойдемте со мной за вашей долей. Правда? Я попрошу Сяо Линдан пойти со мной. Не волнуйтесь, мы ее долю дадим. Можете забрать порции для всех. Дайте ей немного поспать. Хорошо, пойдем. Сестра Лиан, подожди меня. Подожди меня. Должно быть, вы с голоду умираете. Чем дольше вы тушите гуся, тем лучше он будет. Следите за ступеньками, хорошо.
как Лин Чен Ын попал сюда? Я же говорил, что вы все зря волновались. В тот день я был пьян, я немного поговорил с ним. Он министр бывшей династии. Он выступил против Цзэ Вэй вместе с кем-то по имени Ли Мин Чан. И Ли Мин Чан был убит. Его поймал и бросил сюда Юан Чун Фэн. Ты уверен, что это был Ли Мин Чан? Да. Ли Мин Чан, верно. Что-нибудь еще? Это все. Господин Ли, казалось, неохотно упоминал о прошлом. Я думаю, он сожалеет о своем порыве в юности. Я поговорю с Лин Чаном. Сюэли. Господин Линь. Господин Линь. Господин Линь. Сюэли, Лиан Хайпин и Сяо Линдан пропали без вести. Как и господин Линь и Го Чинжун. Черт, беда. Хайпин, очнись, очнись, Хайпин. Кого-то нужно принести в жертву, иначе мы все умрем. Как ты смеешь причинять ей боль, я убью тебя. Я хочу есть. Якуй, помогите, помогите, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Где Сяо Линдан? Она там, внутри. Фэндон, иди. Хайпин, иди с ним. Вставай. Брат, надо сестру Лиан спасать. Ее поймал Го Чинжун. Меня спасли. Сестра Лиан, почему они поймали тебя? Ты ранена? Я в порядке. Они хотели зажечь меня в качестве жертвы. Сяо Линдан, ты в порядке? Пойдем в главную комнату. Я спрошу их, что происходит. Идем. Пошли, пошли. Почему ты причинил ей боль? Я был бы мертв, если бы не убил ее. Я хотел убить тебя, а не ее. У тебя не будет шанса меня убить. Ты причинил боль моей женщине. Ты должен быть убит. Хайпин! Хайпин! Хайпин, ты как? На этот раз Лиан Хайпин умрет. Он ударил ее кинжалом. Одно слово. Несчастная. Джан Льзи, ты снова распускаешь слухи. Как могла Лиан так легко умереть? Наш лидер спасет ее. Ваш лидер вряд ли сможет это сделать. Позволь мне сказать тебе, на этот раз все они должны умереть. Че ж табачье? Не слушайте его, разойдитесь. Идем. Ты закончил? Дай мне. Пропусти. Идите со мной, чтобы убрать их. А вы все здесь. Кто они такие? Я забыл тебе сказать, это новые копы, которых я завербовал. Копы, которых ты нанял? Детектива нет, а ты нанял их без разрешения? Ты замыслил заговор? Тян, чего ты хочешь? Успокойтесь. Опусти ружье, опусти его. Что ты делаешь? Это не совсем заговор. Лучшее, что я могу сделать, это уничтожить вас. Пэн, беги! Ха-ха-ха!
Она в коме из-за неожиданного удара, ее пульс нарушен. Она слаба, и у нее жар. Брат, это не вскрытие. Выражайся проще. Проще говоря, она отравлена, ее жизнь в опасности. О нет, здесь нет лекарства. Нужно остудить ее. Пойду за водой. Позаботься о ней, я продолжу допрос. Мы не можем ослабить бдительность. Ты видел Го Чанчжуна? Нет. Разве он не в комнате? Нет, я обыскал все, но не нашел. Ну же. Вы знаете Ли Минчана? Он мой отец. Правда? Мой отец раньше был министром Министерства юстиции. Я его младший сын, Ли Донлу. Значит, ты младший господин Ли. Когда ты вернулся? Все члены моей семьи были убиты. Я избежал катастрофы, когда вернулся из-за границы. Пожалуйста, расскажите мне всю историю. Это имеет отношение к Юан Чуньфэну. Он поднял волну в столице. Мы с твоим отцом не могли с ним мириться. Итак, мы написали письмо, чтобы сообщить о звездной секте Цзэвэй. Однако мы не ожидали, что Юан Чуньфэн обвинит нас в заговоре. Твой отец чувствовал, что что-то должно произойти. Он попросил меня бежать в Японию. На моем пути к побегу меня снова поймал Юан Чуньфэн. Позже он бросил меня сюда. Почему я не видел тебя, когда был ребенком? На то есть причины. Твой отец был совершенно беспристрастен. Он неохотно заводил много личных друзей. Он боялся, что люди будут осуждать его. Поэтому наши семьи редко контактировали друг с другом. Как Юан Чуньфэн подставил моего отца? Он нашел письмо о твоем отце и революционере. В письме говорилось, что они возьмутся за руки в революции. Мой отец никогда не одобрял революцию. Как его подставили? Теперь, когда его подставили, доказательства не были убедительными. Самое странное, что почерк на письме принадлежал твоему отцу. В любом случае, мой совет таков. В семье Ли нет никого, кроме тебя. Ты должен продолжить свою семейную линию. Однажды, если ты будешь держать голову опущенной, ты пройдешь через все. Каким бы хитрым ни был Юан Чуньфэн, как бы трудно с ним не было иметь дело, я никогда не буду бояться его средств и уловок. Теперь у меня есть еще одна обида на Юан Чуньфэна. Победить его нетрудно, и я не отступлюсь. С этого момента и до того дня, пока я не умру, я буду стоять прямо. Я хочу, чтобы Юан Чуньфэн понял, слова «милосердие» в моем словаре нет. Был ли здесь кто-нибудь отравлен раньше? Я не знаю. Кто отравлен? Разве с тобой сейчас не все в порядке? Что, если кто-то отравлен? Решения нет. Это зависит от воли небес. Счастливые люди могут прожить долгую жизнь, а тем, кому не везет, получают по заслугам. Открой эти ворота и выбрось его вон. И все кончено.
Другого выхода нет? А что еще ты можешь сделать? Мы на вершине этого голого холма, и мы на картине. Как ты думаешь, тут можно найти лекарство? Брат Фэн, что ты делаешь? Я измеряю здесь структуру. Это немного нерегулярно. Что здесь странного? Тебе не понять. Неужели он глупеет? Господин Чен Фэн, все готово. Ты сообщил во всех местах? Да. Мы будем работать вместе через 10 дней. Чтобы быть более уверенными, люди главнокомандующего будут сопровождать нас. А как насчет нашего сегмента? Все решено. На следующий день после ритуала вас назначат великим магистром защиты страны. Вы будете отвечать за все кланы. Они спросили меня о вашем размере, они сшили на вас одеяние. Чтобы вы произвели отличное впечатление, позвольте мне показать. Это шляпа. И золотая корона. А это одежда. На этот раз главнокомандующий проявил к вам большое уважение. Он вышит золотой нитью. Только на его изготовление ушло более 4 килограммов золота. Примерьте. Как я выгляжу? Великолепно! Вы как бессмертный с небес. Это мое новейшее оборудование. Я установил 4 столба вокруг алтаря. К тому времени я смогу летать в любых направлениях. Угадай, будут ли они убеждены, когда я совершу свою магию в воздухе? Да! Каждый будет убежден в силе бессмертного. Позволь мне. Есть ли какой-нибудь способ? Только смирение. Кунцюли, выйдем. Нет. Если хочешь спасти Лиан Хайпин, иди сюда. Сюань. Сюань, ты уверена, что сможешь спасти ее? Ты хочешь спасти ее? Конечно. Свадьба. Я скажу тебе, как спасти ее, а ты на мне женишься. Ты можешь не говорить об этом? Там жизнь в опасности. Чем рискованнее момент, тем больше я хочу об этом поговорить. Позволь сказать. Даже если мне придется умереть, то только в могиле твоих предков. Ты пользуешься положением. Ты же знаешь, что я люблю только Лиан Хайпин. Не упоминай ее при мне. Я рискну своей жизнью, чтобы спасти тебя. Пока ты любишь меня, я умру без сожаления. Но Кунсюли, спроси себя. Заботился ли обо мне хоть кто-нибудь из вас, когда мы приехали сюда? Хоть кто-нибудь? Вы держитесь вместе и оставляете меня одну. Я люблю тебя. Я хочу только тебя. И другие меня не волнуют. Вот, выпей воды. Тебе станет лучше, когда попьешь. Вот и хорошо, молодец, хорошо. Как ты себя чувствуешь? Холодно. Холодно? Тогда позволь мне прикрыть тебя. Готово. Тебе лучше? Зеркало. Зеркало?
Нет нужды, ты такая же красивая, как и обычно. Зеркало. Дай зеркало, зеркало. Ну как? Я буду в порядке. Конечно, с тобой все будет в порядке. Скоро тебе станет лучше. Вот, забери. С тобой все будет в порядке. Сяолиндан! Сяолиндан, что с ней? Голова. Она тоже отравлена. Я отведу тебя в кровать. Пойдем. Проверь, как Сяолиндан. Посмотри, как она. Хорошо, будь здесь, хорошо? Я сейчас вернусь. Брат. Не оставляй меня. Я прямо здесь. Я никуда не уйду. Фэндон! Фэндон, у меня есть к тебе вопрос. Смотри, когда ты смотришься в зеркало, ты видишь свое отражение. Кто стоит на первом месте, ты или отражение? В чем дело? Это очень важно, ответь мне. Ты первый. В зеркале ничего нет. Без меня там ничего бы не было. Тогда что стоит на первом месте, сцена или картина? Обычно сцена стоит на первом месте. Ты имеешь в виду картину Юань Чуньфэна? Да, на самом деле все дело в порядке познания. Там есть камень. Мы этого не видели, но он существует. Потом кто-то сказал, что там есть камень. Мы пошли проверить и обнаружили его. Он уже есть там. Мое отражение в зеркале и я существуем одновременно. Если и должен быть порядок, то сначала я, а потом отражение. Брат Кун, скажи что-нибудь понятное, пожалуйста. У меня болит голова. Он имел в виду, что всех нас одурачили. Этот особняк должен быть на первом месте перед картиной. Юань Чуньфэн использовал слепое пятно наших знаний. Сначала он позволил нам увидеть картину, а потом запер нас здесь. Боже, я не ожидал, что Юань Чуньфэн так хорошо знает человечество. Я не мог этого понять. Теперь все ясно. Мы знаем, что нас нет на картине. Так что он не мог закинуть нас внутрь. Для нас должен быть способ выбраться. Сяолиндан? Сяолиндан? Она голодна, все в порядке. Нет, она отравлена. Я пойду искать противоядие. Вот вы где. Этот особняк был построен на вершине холма и окружен скалами, без связи с внешним миром. Откуда берется еда? Это просто. В этом особняке есть по крайней мере один потайной ход. Если мы его найдем, то сможем сбежать. Вы что, сошли с ума из-за голода? Это поместье такое изысканное. Как оно может быть фальшивым? Как мы можем быть на картине? Нас должны быть одурачили. Но это так неразумно. Я не буду говорить об этом с тобой. Попробуй использовать свою голову, это просто. Мы должны работать вместе, чтобы найти выход. Двое из нас были отравлены, мы не можем ждать. Не хвастайся, если только ты не заберешь нас отсюда. Или никто из нас не будет тебе доверять. Вы мне не доверяете? Нет. Собирайтесь позже на заднем дворе. Вы готовы? Этот песок слишком странный. Я должен это выяснить. На мой взгляд, в жизни и смерти нет ничего сложного. Надежда рождается из отчаяния. Юань Чуньфэн думал, что сможет заманить меня в ловушку в доме. Ни за что. Сюэли, не беспокойся. Я принял решение. Ты не должен так на меня смотреть. Видеть сквозь жизнь и смерть – это не то же самое, что быть глупым. В чем дело? Отпусти! Ни за что! Потяни за нее! Что? Thank you.
Видите? Видали? Это всего лишь уловка. Это ловушка. Все будет засасываться внутрь. Жертва? Вам нужна палка для жертвоприношения? Пламя тоже ложное, оно вообще не может сжигать людей. Я хотел использовать эту песочницу, чтобы сбежать. Похоже, надежды нет. Почему? Разве ты не видел палку? Там внизу есть пила. Сюань. Мой двоюродный брат ожидал, что тебе потребуется 10 дней, но ты справился за 7 дней. Здорово. Сюли, ты очень умный. Легко решить головоломку. Просто сломай свое мышление. Трюки просты после того, как вы их объясните, но разоблачить их очень трудно. Теперь, когда ты это понял, ты можешь убираться отсюда. Я не могу, поэтому и должен просить тебя. Я повторюсь. Женись на мне. Я спасу Лиан Хайпин и дам противоядие. Если женишься. Поработай с моим двоюродным братом, как выберешься. И мы заключим мир. Ты не упоминала об этом раньше. Знаешь что? Это нормально, если не хочешь с ним работать. Мы можем сбежать. И уйти. Куда? Куда угодно. Куда захочешь. Будем жить в свое удовольствие. Я буду тебя слушать. Я хочу выбраться отсюда. Ты меня слышишь? Ты еще не мой муж. Я не могу тебя слушать. Я понял, в чем тут фокус. Ты думаешь, я не смогу выбраться? Тогда убирайся. Я просто напоминаю тебе. Лиан Хайпин отравлена 2 дня. Теперь и Сяо Линдан тоже. Главнокомандующий совершит обряд через 10 дней. Это от тебя зависит. Несмотря на Лиан Хайпин, Сяо Линдан всегда была твоим лучшим другом. Как ты могла причинить ей боль? Если ты не женишься на мне, убьют и Сяо Линдан. Согласен? Ты победила. Как она? Хайпин становится все хуже. Она вся горит. Боюсь, что она не выдержит. У тебя есть способ? Сними с нее одеяло. Вытри ее мокрым полотенцем, остуди ее. А как насчет Сяо Линдан? То же самое. Кстати, ты помнишь схему особняка, которую я тебе показывал? Я думаю, что комната Го Чинжуна немного странная. Я проверил это на крыше. Во всей вилле доминирует центральная ось, симметрично слева и справа. Но только комната Го Чинжуна и ее восточная часть на метр длиннее западной. Я не знаю почему, но я думаю, что это странно. Я проверю это позже. Я ухожу. Хорошо. Мы поженимся, когда ты пройдешь через это. Какая свадьба тебе больше нравится, китайская или западная? Это зависит от тебя. Я отравлена, а ты несешь чушь. Сяо Линдан тоже была отравлена. Как она? Так же, как ты. Ты чувствуешь себя лучше, пока я вытираю твою руку? Да. Не волнуйся. Отдохни немного, мне нужно выйти. Поскольку я разгадал трюк Юань Чуньфэна, мы уберемся отсюда. Вперед. Ладно, поспи еще немного. Я пошел.
Что-нибудь новенькое? Я думаю, что нашел выход. Правда? Я знал, что ты сможешь это сделать. Ты умный. Куда? Видишь? Ты первый. Брат, что происходит? Все в порядке, это просто гром. Брат, если бы ты мог обнимать меня вот так все время, я бы предпочла быть отравленной каждый день. Консуэли, ты такой плохой? Ты отправил меня первым, так как знал, что впереди взрывчатка. К счастью, я бежал быстро. Я только что проверил твою способность к побегу. Неудивительно, что ты смог выжить в руках Юань Чуньфэна. Я наконец-то вижу. Ты послан богом, чтобы разобраться с Юань Чуньфэном. Меня убьют, если я тебя оскорблю. Консуэли был прав. Мы не на картине. В этой комнате есть секретный выход. Мы можем выбраться? Уже нет. Что? Вы все еще думаете, что мы на картине? Сначала я увидел этот особняк. Потом услышал, что сказал Го Чинжун. Я поверил во все это. Я не знаю, сколько подобных историй я слышал в своей жизни. Что насчет тебя? Нас послали сюда 3 года назад. Здесь был только Го Чинжун. Он сказал, что живет здесь уже 10 лет. Он не мог выбраться. Я слышал, что в Африке есть вид буйволов, которые регулярно мигрируют. Их ведет главный буйвол. Если бы голова буйвола случайно упала в обрыв, буйволы позади без колебаний последовали бы за ним. Го Чинжун — главный буйвол. А вы просто глупцы. Что? Ну... Под комнатой Го Чинжуна есть потайной ход. В нем есть взрывчатка, Мэй Фан был убит там. Итак, в земле есть потайная тропа. Я думаю, он сбежал оттуда. К сожалению, проход взорвался. Взорвался? Сяо Линдан, как ты себя чувствуешь? Ужасно. Не волнуйся, я найду способ вытащить тебя отсюда. Что это у тебя в руке? Это кожаная телескопическая камера. Я нашел ее в комнате Го Чинжуна. Это называется листовой пленкой. Она может запечатлеть нашу повседневную жизнь. Я нашел ее в комнате Го Чинжуна и на тайном пути. Когда я пошел туда, я обнаружил там несколько неэкспонированных пленок и несколько фотографий. Я в спешке ушел, так что просто взял вот это. Я просто не понимаю, зачем он все это взял. Это фотографии нашей повседневной жизни на вилле. Что ты видишь? Этого достаточно. В чем дело? Я не видел ничего нового за 3 дня. Они убежали? Как они могли убежать? Они умерли. Вы не можете видеть их, когда они умерли. Я не верю. Хотите верьте, хотите нет, это все. Прекратите. Этого недостаточно. Уходите. Это все? Расходитесь. Это слишком разочаровывает. Как они могли просто умереть? Ты не спишь? Сяо Линдан становится все хуже. Выход в комнате Го Чинжуна был взорван. Как только я его нашел. Я не знаю, как долго ты сможешь это терпеть.
Раньше я был смелым. Я был уверен во всем. Я один. Мне не о чем беспокоиться. Я хочу прожить с тобой счастливую жизнь. С того самого момента, как увидел тебя. Я мечтал отвезти нашего ребенка туда, где чистая вода и свежий воздух. Дом, поле, семья. Жить вечно счастливо. Я не смог удержаться от смеха, когда мне приснилась эта картина. Быть рядом с тобой или спасти тебя, мне просто нужно выбрать одно. Я всегда подвергаю тебя риску. Я никогда не любил тебя так сильно. Извини. Извини. В чем дело? Я должен тебе кое-что сказать. Ты уверена, что сможешь спасти Сяо Линдан или Ан Хайпин? Да. Как? У меня есть противоядие. Это все ты спланировала, верно? То, что они были отравлены не случайно. Где Юань Чуньфэн? Я не знаю. Так ты собираешься их спасти? Да. Женись на мне. Хорошо. Что ты делаешь? Разве ты не хочешь выйти за меня? Я должен поцеловать тебя. Позволь. Что ты пристал? Я хочу устроить свадьбу сегодня вечером. Я хочу быть твоей законной женой. И я хочу, чтобы все присутствовали на нашей свадьбе. Не волнуйся. После свадьбы я дам им противоядие. Шенхуа, сянхуа, доу ши цуй ли де чжао хуа, чи зе гуа чжуан шенме сяо ся. Во дэн чан, ни фа бян чан ба. 是一天比